Надевай костюм. Тепло и сыро внутри, от этого нестерпимый зуд. Как ты терпела его так спокойно? Он так плотно сидит, что я едва дышу. Но внутри, Кэролайн, ты оставила пустоту, которую мне не заполнить. Твой костюм и наша борьба, они держат меня на ногах. И Аня, ее голос, красота, в них моя сила. Бласковец, хочу тебя предупредить. Если верить инженерной карте, склад ядерных боеголовок оборудован защитной системой. Я насчитала рядом с ним 3-4-5 саркофагов для анабиоза. Будь готов ко всему. Конец связи. Хрена не видно. Здесь явно нужен свет. Логично.
если ты меня слышишь. Я тут пришел к выводу, что бы ни случилось, она не узнает, что будет растить наших малюток одна. Это моя ноша, а не ее. Сделаю так. Буду держаться в стороне. Не подавать вида, Карлайн. Смерть сделала меня лгуном. Слышишь, я нашел боеголовку. Класс. Отнеси старику, как там его, Сету. Тихо, Шимшин, это не Цацка. Ты как? Дай-ка взглянуть. Ты бледноват. Скажи, тебя не тошнит, может быть, тебя знобит? Порядок. Отлично все. Точно все отлично? Ладно, я займусь этим, а ты иди спать. В гробу отосплюсь. Тогда будь добр, перед смертью загляни к Грейс. Она в штабе, в бывшей комнате Кэролайн. Уильям. Что? Ты как будто меня избегаешь. Что не так? Не молчи. Смотри на меня. Я железный дровосек. Какая уж тут близость. Плевать. Что-нибудь придумаем, как всегда. Ну, почему не попробовать? Потому что я умираю. Чем дольше мы притворяемся, тем тяжелее потом будет. Меня через неделю закопают. Откуда тебе знать? Ты что, в провидцы подался? Не говори о том, о чем понятия не имеешь. Да, туалет работает. Ты еще тут, чудила?
Тащи свой зад обратно в центр управления, наведешь там порядок. Вертолет ХАС-2 готов к вылету в ангаре. Он подкинет тебя до Галвестона, а дальше действуй по ситуации, милый. Шикарно, босс. Ласковец, отправляйся в ангар и проверь, готов ли ХАС-1 к вылету, лады? Я не смогу быть рядом. Не смогу растить детей. Это невыносимо. Так не сдавайся, Уильям. Потому что я тебя ни за что не брошу. Никогда. Пойдем со мной в душ. Снимем эту штуку, я тебя отмою. Ты воняешь. Нельзя снимать. Я развалюсь на куски, и меня уже не соберут. Я должен идти вперед, пока еще могу. Вот, Карлайн. Облажался и все и сказал. Оказалось... Я берег от боли не ее, а себе. Безопасности, Барбара. Это главное. Не волнуйся. Помню день, когда упала бомба. Ладно. Выясним, летает ли эта птичка, раз Грейс попросила. Забудь пока обо всем остальном. Похоже, нужна еще энергия. Вертолет крутой и мощный, я сообщу Грейс. Капитан. Как дела? Эй, ты как? Порядок. Вертолет готов. Спасибо. Пора устроить собрание. Макс, что ты натворил? И что теперь делать? Что такое? О, он идет. На что это вы все пялитесь? Боже мой! Почему не усмотрели? Ну, Фергюс, мы все заняты, некому быть сиделкой. Заперли бы со свиньей. В чем проблема? Фергюс! Моя любимая рубашка. Твою мать, Макс! Фергюс, это просто рубашка. Не просто рубашка. Я получил ее в Кинлосе. И другой такой нет.
Так, народ, хорош страдать всякой фигней. Пора уже навести шорох. Эй, англичанин, у вас есть ракеты, ты в курсе? О, так вот почему нам хватило всего одной, чтобы разнести всю крепость черепа. Как же ты доперла, гений-то наш? А, то есть ты знал, но применил всего одну? Объясни мне этот промах, недоумок. Ты впрямь тупой. Да потому что нельзя, твою мать, просто так бросаться бомбами в людей, безмозглая ты психичка. Поешь говна, дебил. Я не предлагаю закидывать бомбами города, тощий ты хер. Я что, на нацистку похожа? Не-не-не-не-не. Я бы сказал, ты больше похожа на промокшие от поноса трусы, рыгающие гнусные блевотой, словно вонючий вулкан, извергающийся говном. Зато мое оружие не напоминает огромный выпеченный анус. Я сейчас сблюю, глядя на твою осоловелую морду. Ясно тебе? Почему мы не применяли остальные бомбы? Ясно всем, кто не является законченным идиотом. Нам нужна достойная цель. Ну так вот, я и даю тебе эту цель. Охеренно достойную. Так что сажай свой клоунский зад, тупорылый шотландский мудила. Вопросов нет. Зацени, я отправила чудилу в его родной город Розуэлл, Нью-Мексик. Для подготовки, короче, в убежище чудилы есть туннель. Он выведет тебя прямо к сверхсекретной подземной базе нацистов, где они проводят опыты с какими-то технологиями пришельцев. Розуэлл, Нью-Мексик, говоришь? Это одна из наших. Что это значит? Одна из ваших? Ага. Все тебе расскажи, чтобы ты отправила весточку своим друзьям в Берлин? Нет! Какого хера она тут делает? Крис, ты что, она хорошая? Чертова нацистка! На вашей лодке! Что ты там говорил? Секретную базу, про которую ты говорила, построили наши. Дат Ихут. Это одно из самых крупных убежищ. Оно находится под землей, там, где сейчас Розуэлл, Нью-Мексико. Оно там уже 1000 лет, с тех пор, когда европейцы еще даже не покорили Америку. Там хранили антигравитационную технологию, которая бы в два счета переломила ход войны. Мы открыли ее для властей Соединенных Штатов Америки, но, увы, было поздно. Америка проиграла, и убежище попало в лапы нацистов. Вот такие дела. Ой-вей. Черт. Чудило сильно расстроится. Он думал, что ее пришельцы построили. Он видел корабль, упавший в 47-м. Так что тебе там нужно? Слыхал про оберкоманда? Да, детка. Там сидят главные фашистские говножопы. Да, нацисты перевезли его в твое убежище, Сет. Что бы там ни было внутри, это нечто важное, что вся нацистская верхушка уехала. Из Берлина в Нью-Мексико. Тогда тебе нужно вот это. Что это такое? Это переносная ядерная бомба. Мы уничтожим оберкоманда. Обезглавим нацистскую верхушку. И дестабилизируем страну. Люди поймут, что борьба продолжается. Ласковец, готовься. Ты отправляешься в Розуэлл. Вертолет не долетит до Розуэлла. Высадишься на побережье у Галвестона. Оттуда ты на попутке попадешь в Розуэлл. Найдешь суперчудилу в настоящем американском кафе Папы Джо. И заложишь бомбу в сердце оберкоманда. Потом взорвешь его нахер. Так, Власковец, ищи настоящее американское кафе Папы Джо. Там ты встретишься с суперчудилой. Смотри, не прокались. Мне нужно почаще заниматься немецким. Ой, я даже не знаю. О, так ты привет. Найди в себе силы и занимайся пару раз в день. Ну что, американцы, пойдете вечером на концерт? О, Джейф пойдет. Он обожает Дикейфер. Правда, Джеб? Их музыка меня радует. Что в этом плохого? Да вы? Ничего плохого, Джеб. Beeindruckend. Wie bitte?
Ich habe die Kerben an deinem Gewehrkolben gesehen. Ein beeindruckendes Ergebnis. Das sind keine Abschüsse. Sorgen dafür, dass das Gewehr mir nicht wegrutscht. Ich habe Probleme mit schwitzigen Händen. Ich krieg Ausschlag an den Fuß. Was sollen wir mit... Новость, когда свадьба? Мы еще не решили, но мы тебя обязательно позовем, тетушка. Это замечательно, милая. Давай от меня поцелуем. Американское кафе Папы Джо. То, что надо. Was hast du heute gelernt, Peter? Иду, иду. Не знаю. Всякое. Учи немецкий, сынок. Он тебе пригодится. О, что значит всякое? Здрасте, сэр, присядьте. Сейчас я к вам подойду. Мэм, что можно вам? Можно чили? Мы закрываемся. Ой, да, мы возьмем с собой и уйдем. Так, дайте мне... Бласковец, чудило в курсе, что ты хочешь напасть на Оберкоманда, но знать не знает, что ты идешь туда с ядерной бомбой. Ты должен ему сообщить. Алло? Пойдем, Питер, поедим в другом месте. Мама, никаких мы даже но. Не... О, Биттешон. Спасибо. Хорошего дня, мам. Ты сделай клубничный коктейль, пожалуйста. О, я надеюсь, у тебя нигде ничего не горит. Если так, я лучше потом зайду. Пожар, если что, подождет, комендант. Клубничный коктейль сейчас будет. Пожарный, у тебя знакомое лицо. Очень арийское, кстати. Ты из первой станции? Вот, комендант. О, vielen Dank. Так, ты, покажи-ка свои документики. Обожаю клубничный коктейль. Как по мне, лучшее, что есть в Америке. Он так прост: молоко и мороженое. А вот остальные пункты меню надо бы поменять. Сделать их более немецкими. Да? Скажи мне, ты местный Джон Смит? А? Здесь написано, что ты с шестой станции. Где находится шестая станция? Я не слышал про такую станцию. Отвечай. Hat das nicht Zeit? Trink gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Das Oberkommando verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung, ich komme schon. Еще какой-нибудь из... Тебе можно верить, Бласковец. Но вдруг на самом деле ты носишь маску Уильяма Джея Бласковица, а под ней рожа гнусного рептилоида. Ну, говори пароль от Грейс. Никакого пароля нет. Вот. Снимай маску и покажи морду свою, рептилоид. Суперчудило, опусти пушку, а то сломаю руку и вырублю тебя. Да я узнал тебя, жуткий Билли. Придуриваюсь, чувак, пошли. Пойдем. Так. Сюда. Итак, это как бы центр управления. Жаль, не успел я тут прибраться как следует. Ты уж меня прости за это. Вот. О! Вот это крутая вещица. Никакой сигнал не пропустит. Защита от любых приборов для чтения мыслей.
Как там Грейс? В норме. А Эйби как? Все с ней чудесно. Обожаю ее. Даже когда она на меня писает, прикинь. Может, тогда еще больше. Вот, блин, засранка. Так чем ты тут занимался, супер чудило? Здесь-то? Мы с папой здесь собирали и хранили доказательства правительственного заговора. Печеньку? Нет. Что вкусное? Это было больше 10 лет назад. Летом 47-го. В тот год я сначала завязал с адвокатурой, а потом вступил в Черный революционный фронт после того, как снял с Грейс сложное обвинение в убийстве, сфабрикованное ФБРовскими поганными свиньями. В общем, как-то вечером папа услыхал сообщение на полицейской волне. Мы поехали на север к ранчо Мёрфи и увидели, что там разбилась штука, похожая на летающую тарелку. Тут, конечно, сразу прискакали гребаные вояки и быстренько оцепили округу. Не пройдешь. Впаривали какую-то лажу про метеозонд. Разумеется, они врали с три короба, потому что мы сумели добыть настоящий вещдок. Вот, посмотри-ка. А? Намыл эту красотку на месте падения. Разве это похоже на деталь от метеозонда? Здесь мы начали вести архив и плотно наблюдать за действием военных. Дай сюда. Тут все папа строил. То есть ты видел инопланетный корабль? Ну, я не утверждаю, что это была летающая тарелка. Но что-то явно неземного происхождения. Понимаешь меня? Это звенья одной цепи, чувак. Проследи причинно-следственную связь и окажешься на секретной подземной базе в 10 километрах от Розуэлла, рядом с парком Bottomless Lakes, зона 52. Наши власти захватили летающую тарелку пришельцев и теперь держат найденные технологии и тела в подземном хранилище. В этом замешаны все. Свиньи из ФБР, военные свиньи, даже сраный хряк-президент. Ты понял, да? Глянь-ка на эту хрень. Зона 52, 51, вот тут зона 48, зона 56. По всему юго-западу абсолютно. Невада, Нью-Мексико. Это один гигантский комплекс, связанный подземной железной дорогой. Посмотри на фотографии. Плазменные пушки, контроль над разумом, долбанные антигравы. И когда наши сыкливые власти отдали все это сраным нацистским свиньям, новые хозяева заняли эти базы и стали проводить другие эксперименты, притворяя в жизнь свои фашистские планы. Погляди-ка! Вот это все военный комплекс «Зона 52», да? А вот здесь нацистские командиры разместили свое сраное оберкоманда. А здесь под ним огромное хранилище, набитое странной техникой. Инопланетное дерьмо. Она там внизу, точно. Я сам не видал, но я клянусь тебе, она там. Не знаю, чье это, но точно не Марсиан. Ладно. Никто точно не знает, с чем мы имеем дело. Но, скорее всего, это разработки пришельцев. Это не пришельцы, я спросил Сета. А тебе-то почем знать? Ты у нас что, эксперт по внеземным формам жизни, что ли? Слушай, я много лет проработал адвокатом, и теперь заговор за версту чую, умник ты сраный! Ну ладно, я не утверждаю, что это пришельцы, ясно? Но тут любому дебилу понятно, что это гребаные пришельцы! Так. У меня тут бомба в огнетушителе. Ладно. Понял. Я не хотел тебя задеть. Грейс сказала, ты знаешь способ проникнуть в оберкоманду. Отведи меня туда, и с помощью бомбы я распылю всех нацистских генералов на молекулы. Да! Да, конечно! Это просто чудесно. Я помогу тебе. Папа прокопал тоннель до подземной железной дороги, соединяющей секретные военные базы. Он ведет прямо к грузовой станции зоны 52. Ясно. Ну вот. Так, положи-ка ты эту бомбу. Что ж ты мне за говно-то, а? Вот, в рюкзак. Руки тебе нужны для стрельбы. Ладно. Там полно нацистов. И не только. А, и вот. Будем общаться по радио. Если что, я помогу. Эй. Смотри в оба, бласковец.
Иди по этому туннелю и попадешь на грузовую станцию. Самый быстрый способ попасть в зону 52 – сесть на один из их грузовых поездов. Кэролайн, ты слышишь? Думаешь, все видят мое угасание? Без твоих крыльев я бы упал. У них поезда на реактивной тяге.